Добрый день. Мы снимаем распаковку сушки для белья Еврогол Трио. Это сушка, сушилка метровая, метровой длины. Вот она поставляется в пакетике. Снимаем пакет, смотрим ближе. Здесь в наборе идет вот такой монтажный наборчик. Ну, я читала в отзывах, что люди говорят, что коротковаты здесь юбиляр, что надо покупать побольше. Монтажный набор. И есть продаются для унитазов с такими заглушками пластиковыми, чтобы красивее смотрелось. Она состоит из 5 планочек. Вот в сложенном виде они 7 сантиметров. Так, что еще сказать? Вот каждая могу померить. 1,2 где-то так. 1,2. Да. Прищепками обычными вы не прищепнете, но эта сушилка, она рассчитана на то, что она будет в квартире использоваться, и прищепки ей не нужны. Ветром не сдует. Вот. Выдерживает 5 килограммов. Тут стальные вот эти прутья. Ну, лучше не перегружать, конечно, чтобы не поломалось. Ковры на нее вешать не стоит, и одеяла толстые. А для белья, для одежды она вполне сгодится. Крепится вот она. Сейчас покажу. Вот. Здесь на 2 самореза и с другой стороны на 2 самореза. Вот как она тут расположена на прутьях, вот эти соединительные элементы. С такими заклепочками. С этой стороны показываю, вот как выглядит. Сейчас я ее еще расправлю. Она настенная, то есть будет крепиться к стене и будет выглядеть вот так вот. Висит на стене. Показываю. 5 элементов. Сейчас я чуть сложу ее. Вот, можно делать не такую широкую, не на всю ширину, смотря какое у вас белье будет сушиться. Вот такая сушилка. Сейчас померяем еще ширину, когда полностью ее разложить. Ну, вот самих прутьев, если мерить, то где-то вот почти 34 сантиметра. А если измерять вот отсюда, от крепления, то 46 сантиметров. Ну, вот такая сушилочка. Кому понравилось, приобретайте. Если не перегружать ее, то я думаю, что она прослужит долгие годы. Всем спасибо за внимание.